Уже в этом году поток иностранных туристов на Алтай может значительно вырасти. Таковы первые выводы, сделанные представителями туриндустрии на всемирной выставке ITB, открывшейся накануне в Берлине. Наш регион представляет официальная делегация. Россия сейчас является в целом таким трендом, да, и направлением, к которому есть повышенный интерес, особенно после прекрасно проведенного на высоком уровне чемпионата мира по футболу. Все-таки действительно интерес растет. И в целом мы являемся частью России, частью этого тренда, этого движения. Большое внимание посетители уделяют Алтаю. Для них он остается уникальным уголком нетронутой природы. Туроператоры надеются, что общий интерес к России еще более увеличит привлекательность нашего региона. Продлится выставка до 10 марта.